Всем привет, с вами Сергей из гильдии Beautiful Bandits, и сегодня мы будем, опять же, в очень неожиданной манере проходить Мелаштром-арену за стаминного Найтблейда. Я считаю, что лично для меня стаминный Найтблейд является достаточно сложным классом в прохождении, потому что кроме как мини-вигор, у него нет ни единого умения, которая на арене позволяла бы лечиться. Да, у него есть такие классовые умения. Вот, например, такой морф, да, который позволяет лечиться в определенной манере. Но опять же, на арене мы это совсем не используем. В рамках этого видео я расскажу про сеты, которые на мне одеты, умения, почему я их так использую, чемпионскую систему. Начнем с сетов. Первый очень важный сет — это Виш Софидиан. Он обязателен для сбора, потому что он восстанавливает стамину, дает скорость, дает срез необходимых ресурсов. Видите, пятый бонус — Reduce the cost of stamina abilities. То есть это, считай, на вас одет Седюсер. Если бы вы за магический класс играли, только лучше. В общем, это обязательный сет. Не обязательно, как у меня. Просто я захотел одеть его так через оружие, чтобы можно было одеть полный стиль Мурактонг. Ну, мне так нравится. Можете одеть через бижу и два предмета одежды. Оружие сделать два кинжала. Ну, у меня шарпент, потому что мне так нравится, чтобы была пенетра лук. Если нет Мелаштром лука, то сделайте обычный крафтовый с энчантом на авиапон дамаг, либо яд. Энчанты очень важно — это яд и авиапон дамаг. Второй сет у нас — это Вилитрет обязательно. Обязательно мы используем все среднее. Вилитрет очень хороший сет. Дает урон. Потрясающе прокает. Супер, мне очень нравится. На арене лучше всего заходит. И вот второй сет, который нам позволяет на магическом, на стаминном НБ выжить, это Vampire Skies. Дает нам жизни. Рекавери жизни. Получаемое исцеление 4%. И 4980 жизней. Там 5000 с копейками будет, если будет все на золото сделано. В течение 6 секунд, то есть каждый раз, без отката сет, каждый раз, когда мы убиваем врагов, нам восстанавливаются жизни. У меня с моей чемпионской системой восстанавливаются жизни в районе 1400 жизней в секунду, постоянно. Врагов мы будем убивать на арене, постоянно. Чемпионка. Турматург 66, представь страйк, потому что у нас очень много критического урона. Пробивание 19, потому что у нас собственное пробивание в районе 10 000. Ну и 64, 31 мастер Тармс, потому что у нас директ урон прямой. Значит, желтая 20, синяя ветка. Блин, зеленая ветка. 28 Warlord, 2 Sprinter, 75 Аркани, 75 Tenacity и 40 Tumbling. Много ролл доджей. Очень необычная красная ветка. 49, 49, 40. 61 Аркал, 2 Spell Shield. Ну, так вот. 19 Quick Recovery. То есть дополнительно исцеление у нас будет вместе с этим сетом, получается 9%. Ну, статы выглядят вот таким образом. То есть там 31 тысяча, почти 18 000 жизни, причем неустрашимый у меня 8, не 9, будет еще больше жизней и стамины. Крит
54, 4 будет 70. Если с кинжалами будет еще больше. Вообще камень я вор оставил. Не вижу смысла особо на лавр переключаться. Можно на тень переключиться. Все равно будет в районе 60-70% крит. Ну пусть вор останется. Видите, Physical Penetration 4667 плюс 5280 в районе 10 тысяч. Ну там 9 с копейками. Что очень хватает. Скиллы. Стандартная добивалка, стандартная спамобилка, ауя билка. Можно заменить на вот это, но мне больше нравится трэш вот так добивать. Deadly Claw, сейфовая билка. Наш лук стандартный. Еще одно классное умение для того, чтобы добивать. Если хотите, можно поставить вот это умение, чтобы можно было массово врагов бить и лечиться. Я думаю, даже на пятой арене оно будет более удачным. Ну, видите, не докачал, потому что у нас раньше был только один морф, сейчас два морфа надо качать. Мираж также дополнительно дает Major Evasion, что очень классно, на 26 секунд, и резисты. Ну, если есть колтропы, можно поставить колтропы, у меня просто их нет. Вигор обязательно, потому что другого способа лечения у нас нет. Endless Hail и Poison Injection. Банки на Weapon Power. Они сейчас очень дешевые. Вроде все рассказал. Еда обычная. Это стамина плюс жизни. Сейчас на примере первой арены. Мы посмотрим, как надо всех убивать. Видите, и пошли мои восстанавливаться жизни. Видите, вот он, Велидред сработал. Видите, я даже особо виграм не пользуюсь. Видите, за время прохождения этого раунда я ни разу не пользовался вигром. Видите, жизни, ну... Видите, Велидред сама всех убивает. Обратите внимание, ни разу не использовал вигор. Ни разу.
потом пересмотрите видео и увидите, что за время прохождения вот этого первого раунда Вигор не был ни разу использован. Просто ни разу. Я думаю, можно камень воин, наверное, выбрать, потому что 77 крит это как-то очень много. Хотя, ну почему нет? В общем, таким образом проходится за стаминного Найтблейда. Весь секрет выживаемости, оказывается, был в этом сете. Мне подсказал Дельтия. В одном из видео я увидел, как за стаминным Найтблейдом он бегал в этом сете. Я подумал, что действительно для арены он очень даже подойдет. Потому что стамина Найтблейд очень быстро и хорошо убивает, тем более с виде дред. И одного такого прям дамажащего сета ему будет достаточно. На этом все. Надеюсь, за стамину Найтблейда теперь, после этого видео на арене, вам очень легко, вы сможете все проходить. Всем удачи, пока.